Какую поддержку получают предприятия региона сейчас для решения вопросов импортозамещения? Работа регионального центра инжиниринга в области импортозамещения – это, по сути, та же самая работа по промкооперации. Мы принимаем как запросы на импортозамещение, так и предложения местных производителей заместить своей продукцией импортные аналоги. После обработки специальных форм от предприятий вся информация выкладывается в общий доступ как на портале промкооперации, так и в телеграм-канале «Промклуб Прикамья». Специалисты по промкооперации ведут поиск решений, компании предлагают свои разработки, и мы связываем их с потенциальными заказчиками для обсуждения технических деталей, организации опытно-промышленных испытаний и дальнейшей поставки. Спрос на импортозамещение помогает развиваться местным предприятиям? Научно-производственное предприятие ТИК производит системы контроля вибрации для противоаварийной защиты роторного оборудования. Ранее крупные компании нефтегазового комплекса, химической промышленности предпочитали покупать оборудование у иностранных производителей. Сейчас спрос на нашу продукцию значительно вырос, поэтому мы расширяем производство и открываем новые рабочие места. Как вы оцениваете роль государственной поддержки в вашем успехе? Благодаря сотрудничеству с региональным центром инжиниринга и Минпромторгом мы принимаем участие в большом количестве мероприятий, направленных на поиск новых заказчиков, как в Пермском крае, так и в других регионах. Это выставки, форумы, круглые столы, в которых мы имеем возможность рассказать представителям крупного бизнеса о нашей продукции. Мы начали работу с региональным центром инжиниринга с 2014 года. Приняли участие в выставках в Перми, Екатеринбурге, Казахстане, Узбекистане. И за это время наша выручка выросла в 4 раза.